Всем привет! Вы на канале Baby Room, и наш сегодняшний выпуск посвящается супер рецепту творожной запеканки в мультиварке. У нас мультиварка фирмы Redman, но от этого суть не меняется. Чашу нужно смазать сливочным маслом, и вот я уже замешала. Почему? Потому что замешивать и снимать одной рукой мне тяжело, я снимаю на свой телефон. Короче, записывайте рецепт, он самый-самый лучший из всех, которые я когда-либо пробовала. Две пачки творога, 2 столовые ложки сахара, 3 яйца и 2 столовые ложки манки. Все, вы перемешиваете. За счет яиц масса получается не сухая и не жидкая. То есть такая. Вот, и помещаете в чашу и ставите на 45-50 минут в среднем. Все. Это что? Да, запеканка творожная. Ты ж любишь такую. Вот. Она поднимается, ну, как вот творожный пудинг. Она очень высокая, нежная, вкусная. Это замечательный рецепт. Вот. Как приготовиться, сниму, покажу, что получилось. Все. Ну, съедается вот этот вот, скажем так, на чашу, как блин, ну, пирог, что ли, творожный. Запеканка очень быстро, за день, потому что очень-очень вкусно. Все, всем спасибо за внимание. С вами был канал Baby Room. Что получится, обязательно тоже покажу.